Друзья, всем привет! Сегодня 25 марта 2020 года, и мы начинаем подготовку к торговой сессии на фондовом рынке Московской биржи. Итак, мы видим, что сегодня открытие торгов сопровождается на мировых рынках в нейтральной зоне торгуются, то есть Brent на отметке 27,85 с небольшим плюсом 1,3%. Американские индексы пока торгуются в минусовой зоне, но недалеко, то есть где-то в нейтральной тоже зоне находится, минус 0,9% S&P 500, Dow Jones, NASDAQ также примерно в районе до минус 1%. Сегодня на нашем рынке я ожидаю, что возможно будет тоже нейтральная какая-то динамика, то есть начнем ходить в каком-то узком диапазоне. Может быть, по каким-то акциям будет небольшой перехай. Итак, приступим к квадро обычное. Цена торгуется в широком диапазоне. Приближаемся к нижней границе этого диапазона. И покупки можно будет производить на отметке 0.2.0.21.85. Интеррао на данный момент пока торгуется в восходящем канале. Ключевая поддержка на отметке 3.60.90. Покупать можно будет на отметке 3.70.21. ФСК ЕС торгуется в нисходящем канале, ключевое сопротивление на отметке 0.24.966. В случае снижения акции к нижним уровням, первый ближайший уровень для покупок на отметке 0.12.490. Россетипреф торгуется в нисходящем канале, ключевое сопротивление 1.989, ближайший уровень для покупок 0.902. МАЭСК торгуется в нисходящем канале, сопротивление на отметке 1.3015, ближайший уровень для покупок 0.7210. МГТС ПРЕФ торгуется в восходящем канале, ключевая поддержка на отметке 1596, ближайший уровень для покупок в случае снижения цены к отметке 1891. Квадро привилегированные торгуются в боковом диапазоне. Цена находится вообще в середине канала, и получается, в случае снижения к отметкам 0.2024.00, а также 0.2021.00, можно эту акцию докупать. Лукойл торгуется в нисходящем канале, сопротивление на отметке 6810, ближайший уровень для покупок на отметке 3532.50. Мосэнерго торгуется в нисходящем канале, ключевое сопротивление на отметке 2.66.75, ближайший уровень для покупок на отметке 1.27.26. Юнипро торгуется в нисходящем канале, сопротивление на отметке 3.187, ближайший уровень для покупок на отметке 2.0.78. Новатек торгуется в нисходящем канале, сопротивление 1382, ближайший уровень для покупок на отметке 656.30. ТМК торгуется в нисходящем канале, ближайший уровень для покупок на отметке 34.40, ключевое сопротивление на отметке 61.26. Ростелеком ПРЕФ торгуется в восходящем канале на данный момент, пока ключевая поддержка на отметке 57.37, которая была протестирована. В случае перевода этого уровня будет уже нисходящий канал. Но на данный момент пока рассматриваем покупки. В случае снижения, следующий уровень для покупок на этой неделе 51.27. Казань-Оргсинтез-Преф торгуется в восходящем канале, поддержка 3.82, ближайший уровень для покупок 8.82. НМТП торгуется в восходящем канале, ключевая поддержка 5.970, ближайший уровень для покупок на отметке 6.875. Московская биржа торгуется в нисходящем канале,
Ключевое сопротивление на отметке 116.38, ближайший уровень для покупок на отметке 69.90. Распадска торгуется в нисходящем канале. Ключевое сопротивление 122.60, ближайший уровень для покупок 66.63. Сбербанк Преф торгуется в восходящем канале. Поддержка на отметке 143.65, которая является также уровнем для покупок в случае снижения цены к данному уровню. Аэрофлот торгуется в нисходящем канале. Сопротивление 121.64, ближайший уровень для покупок 50.08 и ниже 41.80. Ауроса также в нисходящем канале. Сопротивление 92.64, ближайший уровень для покупок 48.42, который является также минимумом декабря 2015 года. Яндекс торгуется в восходящем канале. Поддержка 1852.40, ближайший уровень для покупок 1914.20. МТС торгуется в восходящем канале. Ключевая поддержка на отметке 252, которая была протестирована. В случае перевода этого уровня, следующий уровень для покупок 245.85, и цена уже начнет торговаться в нисходящем канале. НЛМК торгуется в нисходящем канале, сопротивление 152, ближайший уровень для покупок 97.57. Селигдар Преф торгуется в восходящем канале, ключевая поддержка 20.40, покупки целесообразны как на этом уровне, так и на уровне 19.90 в случае более глубокого снижения. ЛСР торгуется в нисходящем канале, сопротивление 930, ближайший уровень для покупок 452.50. Ниже уже мы приблизимся к уровню 2014 года, к минимуму, который находится на отметке 366.20. АФК-система торгуется в восходящем канале, хотя нет. Торгуется в нисходящем канале, сопротивление 19.77, ближайший уровень для покупок 8.458. Магнитогорский металлургический комбинат торгуется в нисходящем канале, сопротивление 48.92, ближайший уровень для покупок 27.71. МРСК Центр торгуется в нисходящем канале, сопротивление на отметке 0.3178. Ближайшим уровнем для покупок я рассматриваю локальные минимумы 2016 года 0.1826. Я думаю, мы к этому уровню, если даже придем, то сразу от него должны в принципе отскочить. ВТБ торгуется на исторических минимумах. Март 2014 года минимум был на отметке 0.02.97.50. На данный момент цена отскочила от этого уровня. Но тем не менее она пока продолжает торговаться в нисходящем канале. 0.05.02.50 ключевое сопротивление. Уровни для покупок я рассматриваю уже ниже вот этого исторического минимума марта 2014 года. Покупки на отметке 0.02.84.20, 0.02.53.20 и 0.02.3030. Мечел Преф торгуется в нисходящем канале, сопротивление 123.65, ближайший уровень для покупок 34.45. Сургут Нефтегаз Преф торгуется в восходящем канале, поддержка на отметке 30.70, ближайший уровень для покупок 32.14. Башнефть торгуется в широком диапазоне. На данный момент среднесрочно это нисходящее движение. Получается, что сопротивлением в данной ситуации является 1897, что очень высоко. Поэтому я рассматриваю уровни
для докупок на отметке 1006, далее ниже 865, еще ниже 720,5. Инаурос торгуется в нисходящем канале, сопротивление 1.1440, ближайший уровень для покупок 0.7160. МРСК центра Приволжья торгуется в нисходящем канале. Ключевое сопротивление 0.2435, ближайший уровень для покупок 0.0975. МРСК Волги торгуется в нисходящем канале, сопротивление 0.09225, ближайший уровень для покупок 0.04580. Русгидро торгуется в нисходящем канале, сопротивление на отметке 0.7580, ближайший уровень для покупок 0.4267. Татнефть Преф торгуется в нисходящем канале, сопротивление 827, ближайший уровень для покупок 348.70. Северсталь торгуется в нисходящем канале, сопротивление 1000. Ближайший уровень для покупок 684. Газпром торгуется в восходящем канале. Глобальная поддержка на отметке 111.46. Ближайший уровень для покупок 145.35, а также 148.83. Газпром нефть торгуется в нисходящем канале, сопротивление 478.55, ближайший уровень для покупок 170.80. Хотя нет, секунду. Ближайший уровень для покупок 179.80. Магнит торгуется в нисходящем канале, сопротивление 3939. Ближайший уровень для покупок на отметке 2560, ниже 2290. Нижнекамск нефтехимпреф торгуется в восходящем канале, поддержка 46.46, ближайший уровень для покупок 50.87. На этом пока все. Желаю всем удачи в сегодняшних торгах. Вечером подведем итоги в социальных сетях. Всем пока, до новых встреч!